Почти 300 тысяч казахстанских семей с начала года получили адресную социальную помощь. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Казахстана. Гарантирована ежемесячная помощь на каждого ребенка в размере 70% от прожиточного минимума или 20 789 тенге. В расчет совокупного дохода не входят пособия, которые уже получает семья. В результате сегодня адресная социальная помощь выплачена более чем 277 тысячам семей на сумму 67 миллиардов 7 миллионов тенге, а средний размер выплаты составил 105 тысяч тенге. Новое пособие ввели с начала апреля. Главной причиной стала волна недовольства со стороны малообеспеченных слоев населения.